Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Юрий Олешников, я профессиональный исполнитель на классической шестиструнной гитаре. Сегодня я буду делать видеообзор гитары Cort AC100SG. Это модель начального уровня для любителей и новичков. Такой приятный нюанс. Забота производителя о своих гитарах. Непосредственно в коробке вот такой чехольчик на гриф, чтобы во время транспортировки здесь ничего не повредить. Гитара Cort, модель AC100SG. На этикетке Made in Indonesia. Вот такая розеточка у нас. Подставка вполне надежно прикреплена. Гитара полностью из ламината, но тем не менее достаточно хорошая сборка, в отличие от многих гитар. Такая вот нижняя дека обечайка, все стыки хорошо проклеены, струны достаточно низко, есть метки на 5, 7 и 9 ладах. И любительская механика. Давайте послушаем, как звучит инструмент. Обзору, я хотел бы отметить, что это дешевый инструмент, и тем не менее у него есть длина звука, которая не характерна для таких дешевых гитар. Достаточно легко раскачивается с помощью вибрато. То есть это на самом деле такая очень интересная краска для дешевого инструмента. Конечно, инструменты с массивной верхней декой обладают более плотным звучанием.
Тем не менее, у этой гитары есть длина звука, которая по сравнению с другими инструментами, которые сделаны полностью из ламината, более длинная во времени. Кроме всего прочего, инструмент достаточно мягкий, прижимать все виды баррэ очень легко, поэтому для начальной стадии обучения я бы, в принципе, этот инструмент вполне себе рекомендовал. Спасибо за ваше внимание, подписывайтесь на мой канал и узнавайте первыми о новых видеообзорах классических гитар. Thank you.